Ты когда-нибудь задумывалась, кто для тебя самый важный человек в жизни? Что приходит в голову? Муж? Партнер? Дети? Может быть, родители? Это так привычно, правда? Но что, если я скажу тебе, что самый главный человек в мире для тебя – это ты сама? Не муж, не дети, а ты. Это не эгоизм. Это необходимость. Если ты не ставишь себя на первое место, не даешь себе энергию прежде всего, как тогда ты сможешь дать что-нибудь другим? Для женщины самый первый, базовый, фундаментальный уровень – это она сама. Только когда ты наполнена энергией, ты можешь поделиться ею с другими. Второй уровень – твой партнер, твой мужчина. Отношения в широком смысле слова. Он важен, отношения важны, но только тогда, когда ты уже находишься в гармонии с самой собой. Дети на третьем уровне. Они нуждаются в твоей любви и поддержке, но если ты выгораешь, отдавая им все, ты не сможешь позаботиться о них так, как это им нужно. И, наконец, на четвертом уровне твое призвание, твое дело. То, что приносит тебе радость и смысл. Но для всего этого необходимо одно – забота о себе самой. Ты – самый главный человек в своей жизни. Не забывай об этом. Все остальное потом.